Всем привет, на связи Оксана. Сегодня вашему вниманию штаны и комбинезоны категории Экстра, Голландия. Данный вот первый штанах у них 176 размер. Далее полукомбинезоны также идут размер 164. Состояние отличное. Далее полукомбинезоны размер L. Состояние хорошее. Также полукомбинезона размер 176. Идет внизу какие-то есть нитки торчат, а так все в порядке. Далее полукомбинезон размер 164. Состояние хорошее, немного грязь. Я думаю, это все убирается. Далее штаны 152 размера. Состояние хорошее. Далее штаны, размер не указан. Внутри видно, что их штопали. Так что, ну, это категория крем, как говорится. Далее полукомбинезон, размер. Состояние хорошее. Далее идет комбинезон. Комбинезон размер XL, замок работает хорошо. Состояние рукава все в порядке, состояние хорошее. С ногами тоже все в порядке. Далее штаны размер M. Далее смотрим комбинезон. Замок работает, размер M. Состояние хорошее, единственное, вот испачканное он немного. Я думаю, это все убирается. Вот здесь, ну, странно так завязали. Я думаю, можно завязать хорошо. Далее, внизу, ну, весь комбинезон испачканный. Такая грязь, но я думаю, все убирается. Далее еще один комбинезон. Размер 140. Замок работает хорошо. Здесь желтые пятна, либо этот цвет так падает. Точно сказать не могу. Внизу тоже колено пятно. Далее полукомбинезон размер N. Состояние хорошее, в принципе. Далее штаны размер M. Есть грязь. Далее штаны 50 размера. Состояние хорошее. Далее штаны 42 размера. Тоже хорошее состояние. Штаны 146-152. Штаны размер L. Штаны размер S. Штаны 38 размера. Тоже теплые, сделаны под Adidas, по-моему. Штаны 38 размера. Состояние отличное. Так. Штаны размер M. Здесь есть небольшое то ли пятно, то ли что. На этом все. Спасибо за внимание.